Здравствуйте, дорогие товарищи! Мы начинаем нашу игровую трансляцию. Marines, we're heading down to LV-895. The Weyland-Yutani surface lab was overrun by Xenos, but there may be survivors. The closest shelter is the mountain caves to the west. You repel into the caverns for search and rescue. Окей, давай. Все, готовы? Да. Пускай будет отточенные навыки. И этот справа у нас альфа, дефолтный персонаж из Анкенчена. Манекен. Вот самое обидное, когда вот всю карту прошел, а вот там... Да. Check your fire. Remember, we're looking for friendlies. Тюк-тюк-тюк-тюк-тюк-тюк. Побежали походочкой Чаплина. Я нахрен со смартганом, чтобы быстрее всех отстреливать. Говорила женщина из магазина. А ну иди сюда, падаль. Station, kind of base, что-то в магазин набежало, да? Непривычно, теперь при столкновениях никто не падает. Weird door. A life terminal. See if you can pull any logs. А, горю. Вроде уже нет, нет. Security log. Free range experiments have penetrated air shafts. Keep moving. Кислотой облили, еще и подожгли. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Ай, вот теперь меня. Да и просто в одну и ту же точку. Spray patterns earlier suggest a taller xenomorph attacking from ambush. Patching up. Please remain alert for drones. Ну,
Непривычно целиться после смартгана, так лень сразу. Надо мышкой водить. Сзади что-то там, по-моему. Ладно, не важно. Пошли. Да, молодец. Красавчик. Молодец, дроид. Она так кидает. Ханекер не сказал, что там была фасилитет тут. Просто полистация сама. Эй, дети здесь! Мент, watch the walls! Как ты техником играешь? Я подрывником. Я просто купил очень много мин. Я тупо ставлю мины, они на них взрываются. Собака. Крысу ударил и убежал, а? Да-да, он такой. Да, надо подлечиться что-то. Что-то в этот раз мы... Жаль, еще в этой двери чужого не зажало. Ты тоже подлечись, у тебя там здоровье выбрит и нос. Что здесь? А, ящик тут. Somebody take the gear. Бот, ты ящик не будешь брать? Он не будет. Ему подшлемник не нужен, мне подшлемник дали. Workplace incident files.
missing crew, casualties. Sounds like they got drones loose in here. This is the Colonial Marines. You from Pala Station? Yes, I'm Security Chief Cynthia Rodriguez. You from Pala Station? You're in danger here, Marines. Yeah, no kidding. We're here to rescue you. No, we're from Russia. Водочка там. Куда побежала собака? Собака, да? Как он прибежал на... А? Еще бежит? Как громко. Как этот видос мне понравился насчет формы яиц чужих. В виде креста, чтобы не ущемлять. Я, по-моему, там наоборот. Без разряда, чтобы еще больше подъебать. Да-да-да-да. Давай уже залезай. Сзади. Опа. Да тебе тоже нужно. Может, ты сядешь и подлечишь? Тяч, поменьше. Ладно, спасибо. Это ж мод. Ну, потом я смогу сказать, типа, беги, сука, беги, оставь меня. Я вас прикрою. Так, у нас... у нас, кстати, здесь, по-моему, тоже что-то сейчас будет, да?
блин. Recruiting pamphlets, Rodriguez. Give me time to contact the home office for guidance. What the hell's her problem? Does she even want to be rescued? Прибежал тут такой, а? Ну. Сзади, что ли? Найдем. Точно. Да, сзади бегут. Тут кто-то ж. На стене, наверное, сидит. Блин, откуда он там? Ай. Точно. Мой герой играл в бейсбол. Ну или, по крайней мере, кидался камнями во дворе. О, патроны. И аптечки. The overhang, we couldn't see this on approach. Я жив, цел, орел. Ауч. Извиняюсь. Я только высунулся посмотреть, и уже прилетело что-то. Собака, 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 собака. Ай-яй-яй, пристрелите этого. Ай, блин. Я стреляю со смартгана издалека по нему. Бетта, ну ты мудак, а? Да, я это помер. Сейчас меня оживит. Так, я пойду патроны возьму, пока далеко не ушли. Все, запускаю. Ай, блин, откуда ты появился такой красивый?
Спасибо. Уходим, 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 уходим. А, ну тут только когда заходишь на мост, наверняка скрипт включается. Угу. Ну а тут, собственно, надо ставить. Somebody's grave. Еще будет один. Ай-яй-яй, блин, меня забрызгали. Ах, мы сейчас все отпустим. Так, Бетта, Бетта, поднимай, ура! Да я, наверное, всех поджарил. Меня эта платформа просто убила. Я так хотел на нее залезть, и никак не получалось. Зачем они здесь поставили? Еще и лестница стоит. Вот, типа, поднимайся. Да-да-да. Пока до меня дошло, что не получится, я уже думаю, пипец. Вас здесь ждут неприятности. Ну, наконец-то, блин. Рак у ворот, блин. Контроль над оружием значительно улучшен. Спасибо, смарт-ган и так великолепен. Да. Ну что ж, дорогие товарищи, спасибо за то, что смотрели. Лайки, подписки, шары и прочее, что может меня замотивировать. Вам не сложно, а мне приятно. Не забываем про наши Discord-серверы, кооператив дружбы и Home World Russian Fleet и прочие социальные сети. Ссылки в описании. А на этом все. Увидимся в этой или в какой-нибудь другой игре. И пока-пока.